Здравствуйте. Ровно неделю назад я вам показал этот ролик с гвоздиками. Значит, сегодня у нас будет продолжение. Вот. Но для тех, кто не видел предыдущий ролик, я коротко объясню, в чем суть первого ролика. Значит, в первом ролике у нас были приобретены три гвоздики одного среза. Вот. Совершенно были одинаковы. Значит, одну гвоздику я поставил вода, березовый квас и фанта. Вот. Мы договорились так. Значит, будем снимать первую завядшую гвоздику с дистанции. Вот. Это у нас та, которая стоит в воде. Мы ее будем сегодня снимать. Значит, показываю гвоздику, которая в квасе. Вот. Вынимаю. Я вынужден был подпорку сделать здесь. Вот это вот. Деревянная строчка по причине не слома ее, а по причине того, что в процессе, значит, эксперимента стебель стал высасываться, значит, кислотная среда кваса, вероятно, действует агрессивно на содержание этого стебля. На внутреннюю часть стебля, начала ее растворять. И оно становилось плоским, и цветок мог подломиться. Вот. Вот до верхней части он, видите, плоский. Если вот так вот повернуть, его видно, он плоский. Вот. Пришлось сделать как бы шину для нее, чтобы цветок не упал. Не сломался. Так. Здесь, как видите, ножка совершенно не затронутая. Так. Теперь в фанте вынимаем цветок. Мало того, что он просто огромных размеров, он в результате изменил цвет, значит, из розового стал более красным. Если вот хорошо видно, он становится красным из розового. И также у него вот до этого места тоже идет, растворяет также кислота, присутствующая в фанте, внутреннее содержимое стебля. Вот. К чему мы, значит, приходим? Значит, растворяя содержимое стебля, это питательная среда, создается питательная среда для бутона. Отсюда бутон стал намного больше. Практически в два раза от этого и в три раза от этого. Вот. В этот раз я хочу немножко... В прошлый раз я говорил, что мы с дистанции снимем, оставим два. И будем смотреть дальше, кто дольше проживет. Здесь как бы вырисовывается уже победитель, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Может быть, активный образ развития этой гвоздики, он приближает ее к своей, кажется, кончине. Вот. А здесь более медленное развитие идет. Хотя, если потрогать бутон, здесь мягенький, здесь жесткий. Вот, ладно. Хочу отойти от предыдущего у нас
регламента. Попробуем сделать эксперимент. Я сам не знаю, чем он может закончиться. Мы ставим еще одну фанту вместо воды. И погружаем умирающую гвоздику, которая осталась жить. Ну, я думаю, завтра она уже все умрет. Но вот на грани жизни и смерти попробуем поставить фанту ее. Вот. И буквально в течение вот этих пару дней или 2-3 дня мы посмотрим, как себя поведет эта гвоздика. Вот. На этом до свидания. До следующего включения. Подписывайтесь на канал, делайте лайки. До свидания.